Полимедиа – фаворит российского рынка систем отображения информации. Действует уже 15 лет. Объединяет 14 компаний не только в крупнейших городах России, но и СНГ. После Казахстана и Узбекистана в Азербайджане впервые открылось представительство российского системного интегратора Полимедиа. Работаем тоже с образовательными решениями, работаем с энергетиками. Поэтому в этих двух странах у нас есть успех, у нас есть потенциал развития. Поэтому мы уверены, что в Азербайджане у нас потенциал будет еще больше. И мы точно сделаем красивые интересное решение. Основные направления деятельности компании – поставка и продажа аудиовизуального оборудования. Специалисты компании создают проекты для конференц-залов, ситуационных центров, диспетчерских залов, центров мониторинга и управления, а также для оснащения стадионов и многофункциональных спортивных комплексов, переговорных комнат и учебных аудиторий. Ну, мы развивались практически с нуля, начиная с 10 человек. Сегодня в компании работает около 500 человек. Это 200 инженеров, это 500 профессиональных сотрудников. Наше решение в России – это Центральная избирательная комиссия, это Московская мэрия, это ситуационный центр президента и администрация президента, это ситуационный центр губернаторов, это ситуационный центр крупных промышленных предприятий, таких как «Башкирэнерго», например. Это выставочная деятельность, это решение для образования для Московской государственного университета, для Дальневосточного федерального университета и многое-многое другое. Сегодня презентация национального представительства в Азербайджане. Сюда собрались представители государственных структур, ведущих коммерческих предприятий и образовательного сектора республики. Глава представительства Руфат Мамедов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что компания «Полимедиа Азербайджан» активно ведет переговоры о реализации проекта для Министерства финансов Азербайджана, с которым в настоящее время уже достигнута предварительная договоренность. Российской Федерации, и в центре, и на Урале, и в Сибири. 2 года назад мы открыли офис в Астане, 1 год назад в Ташкенте, и вот сегодня мы открываем офис в Азербайджане, в Баку. Кроме того, компания ведет переговоры с Министерством молодежи и спорта Азербайджана по реализации своих решений к предстоящим первым Европейским играм, которые пройдут в Баку в 2015 году. Речь идет о поставке оборудования в сфере аудиовизуальной индустрии, реализации комплексных интеграционных проектов и не только. Обратите внимание, здесь есть звук, специальная панель, которая позволяет регулировать громкость. Сегмент рынка, на котором представлена компания «Полимедиа», довольно специализирована. Это организация систем отображения информации с визуализацией. К тому же компания планирует реализовать ряд проектов в телекоммуникационной отрасли. А уже с текущего года компания реализует проект в образовательном секторе. Это для новосозданного в Азербайджане IT-университета и филиала МГУ в Баку. «Полимедиа» примет участие в проекте «Электронная школа». О новинках системных технологий в образовательном секторе поведал директор Международного института образования и технологий РГГУ Сергей Кувшинов. Выступивший на презентации решений компании «Полимедиа» посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сказал, что открытие представительства внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений. Это будет вклад в развитие отношений между Россией и Азербайджаном. Сегодня Россия является для Азербайджана ведущим торгово-экономическим партнером, причем, что самое важное, в ненефтяном секторе. И очень приятно, что сегодня компания приходит в сектор высоких технологий. Аудиовизуальная индустрия в Азербайджане не только набирает обороты, однако потребности рынка в интеграционном подходе к проектам очевидны. И в этом начинании представительство национальной компании «Полимедиа» видит большие перспективы для реализации творческих решений. Эльшан Алиев, Эмин Аквердиев, Амиль Касумов. Новости Содружества, Азербайджан.